А что же говорят в Германии в канун Нового года? Какие пожелания произносятся перед встречей Нового года? Самое распространенное – «Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr». «Ich wünsche dir» – «Я желаю тебе» – «Einen guten Rutsch» – «Хорошего скольжения» – «Der Rutsch» – «Скольжение» – «Rutschen» – «Скользить» – «Ins neue Jahr» – «В Новый год». Или же говорят «Komm gut rein» – «Komm» – «Войди», «Gut» – «Хорошо», «Rein» – «Вовнутрь». Имеется в виду «Войди хорошо в Новый год». А вот после 12 уже поздравляют друг друга с наступившим Новым годом. И говорят обычно «Frohes neues Jahr» – «Радостный Новый год». Или просто говорят «Frohes neues». И я вам желаю хорошо встретить Новый год. «Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr». Kommt gut rein. Ich wünsche euch alles Gute und Liebe für das neue Jahr.